В зале Таэквондо спортивно-развлекательного центра Сан-Сити прошел 6-й открытый кубок спортивного клуба «Актив» по всемирному таэквондо. Согласно календарного плана Ассоциации Таэквондо Крымской Республики, мы сегодня проводим 6-й открытый турнир по всемирному таэквондо спортивного клуба «Актив». Данный турнир является запланированным календарным планом Ассоциации Таэквондо. На этом турнире участвуют возрастные категории: дети, кадеты, юниоры и взрослые. Соревнования проводились среди начинающих спортсменов Б-класса, а также продвинутый уровень А-класса. В турнире приняли участие около 200 спортсменов. Своих воспитанников выставили такие спортивные клубы, как Сан-Сити, Лидер, Жалборс, Барстек, Шумкар, Олимп, Нест, СДЮшор имени Радбека Санатбаева, СДЮшор Энтымак и другие. Этот турнир мы проводим ежегодно для того, чтобы ребята наши проходили определенную обкатку, повышали уровень своего мастерства, ну и развивались. В результате проведенных соревнований победителями состязаний среди кадетов в своих весовых категориях стали Умар Исаков, Аман Касабаев, Роман Самятов, Асенбек Улу Алишер и Актан Акматалеев. В турнире среди девочек отличились Хафиза Садыкова, Эвелина Эрнст, Асема Абдуллаева и другие. В общекомандном зачете среди продвинутых спортсменов А-класса первое место заняли воспитанники спортивного клуба «Нест». Второе место завоевали представители СДЮшор имени Радбека Санатбаева. Третье место досталось спортсменам спортивного клуба «Лидер». Четвертое место у спортивного клуба «Актив» и пятое у спортивного клуба «Олимп». Провести данный турнир помогли Ассоциация Таэквондо совместно со спортивно-развлекательным центром «Сан-Сити». В календарном плане Ассоциации Таэквондо запланировано очень много мероприятий. После этого турнира также будет проводиться кубок ассоциации города Бишкек.